есть возможность у нас увеличить финансирование? Да. На сегодняшний день, да, республиканский бюджет в принципе рассматривается с точки зрения и общественников, да, запросов общества на сегодняшний день, и каких-то ситуаций чрезвычайных и так далее. Поэтому, в принципе, откорректировать бюджет можно всегда. Но никто не может предположить, насколько эти суммы будут востребованы. Поэтому здесь уже при рассмотрении бюджета на ЧС, конкретно на ЧС, деньги нужно увеличивать. Ну, может быть, после этого случая действительно будут пересматриваться какие-то позиции.